Із сумного цього тижня у Дієго Марадони зупинилося серце. Із 60-річною легендою світового футболу вже попрощалися під Буенос-Айресом. Щоб знати це ім'я, не обов'язково треба бути футболістом, футбольним фанатом чи хуліганом. Це головний геній футболу 20-го століття. З ним у футбол прийшли нові швидкості і новий стиль. А особисто мені він дорогий ще й тим, що у нас з ним день народження в один день, 30 жовтня. Для таких далеких від цього виду спорту людей, як я, Дієго Марадона відомий тим, що у 86-му році забив гол рукою, чого спочатку не помітили судді. And Maradona gives Argentina the lead. А коли правда виявилася, Марадона заявив, що гол був забитий частково головою Марадони, частково рукою Бога. Ця фраза стала головним футбольним гегом чи мемом на довгі роки. І ви не повірите, але через 4 роки Бог знову простягнув свою руку Марадоні. Свідком і прямим учасником тих подій став футболіст київського «Динамо» і захисник радянської збірної на чемпіонаті світу 90-го року Олег Кузнєцов. Я зв'язалася з ним, і ось що він розповів про Марадону і про сам матч. Фрагменти позже вже смотрели, тобто там рука була. Ну, еще раз говорю, это по мнению судьи, он мне не назначил 11-метровый. Я считаю, что, в принципе, я не помню, это при счете 0-0 или 0-1 было, но по-другому уже совсем сценарию, мне кажется, и матч бы уже проходил. Поэтому, это, по-моему, был судья, который нам, скажем, что голевые ошибки сделал в 86-м году в матче с Бельгией. То есть две ошибки, которые нам два мяча забили. Так вот эти моменты Лобановский там никогда не комментировал действия судьи. Это может между собой там тренера, но до нас, до игроков это не доносило. Но у нас всегда проходила такая, значит, был как бы у нас тренерский совет был из игроков составил. То есть он вызывал 5-6 человек. Ну и предлагал нам, например, там назвать 11 человек, кто, по нашему мнению, там должен играть в составе, там 11 человек первых основного состава. Ну и, по-моему, если не изменяет мне память, то именно вот была проблема, был один из планов на игру, что кто-то должен был персонально против Марадоны играть. Но, насколько я помню, там вот у нас был Олейников, Серега играл, и Зигмантович, которых хотели. Но они по каким-то, сейчас не могу сказать, причинам отказались. Поэтому изменился сам план, мне кажется, на игру, потому что никто с Марадоны не играл персонально. Ну, мы практически никогда сборная против кого-то не играли. Ну, вот такая одна из задумок была. Такого плана. Ну, самое главное, что, наверное, это еще мне приятно, что запомнилось, что именно в этом матче, наверное, может быть, даже впервые как раз я капитаном сборной был, и мне запомнилось, что и фотография у меня есть, то есть с аргентинской стороны это Марадона капитан, а со стороны сборной СССР я был капитаном. Это десятилетие с 80-го по 90-й год. Естественно, это игра Марадона, который затмил всех в то время своей игрой, поэтому величайший игрок. Ну, очень много дал для всего футбола, и конкретно он для сборной Аргентины он очень много дал. В то время она не была там в топ-10 или что-то. Стали они 86-м чемпионами мира. В 90-м они второе место, по-моему, заняли, в финале проиграли. Очень много сделал для Италии, очень много сделал именно для Наполи, для Неаполя и для города, что в то время тоже Наполи обыкновенная средняя команда была, но при нем, по-моему, они два раза чемпионами Италии стали, и Кубок УЕФА выиграли. Именно, наверное,
у него такой надлом произошел, это в 90-м году, когда полуфинал был чемпионата мира, и в полуфинале как раз это в Италии чемпионат мира проходил, и в полуфинале встречались Италия и Аргентина, и как раз в Неаполе они играли, это город Марадоны тогда считался, и вот... То есть, получается, и аргентинцы выиграли по пенальти, один из мячей по пенальти забил Марадона. И после этого вот весь народ, как можно сказать, озлобился на него, весь итальянский народ. И то, что иногда прощали ему до 90-х года, там какие-то, ну, я имею в виду и проблемы с наркотиками, алкоголем, и с женщинами, то после 90-го года вот на него всех собак, как можно сказать, спустили, и начались проблемы, и его сразу же там на год, по-моему, за допинг дисквалифицировали, и уже там, ну, не, то есть ни для кого не секреты были связи с мафией, какие-то отношения были. Ну, самое главное, что вот эти все дела открыли, и начали его вот кстати, преследовать, поэтому ему пришлось там год не играть, потом вернуться в Аргентину, вот это, наверное, надломило его.